Я представляю, вернее, я даже не могу представить, как вас любили женщины. Вы от этого страдали или вам это нравилось? От этой любви. Ну, знаете, я никогда, как бы, так сказать, особо не задумывался над этим. В том смысле, что, нет, конечно, был, так сказать, это импульс огромный в отношении с женщиной, это дает энергию, и это необходимо для работы абсолютно, абсолютно необходимо, вот это вот энергетическое, этот вырабатываемый адреналин. Но я никогда это не ставил во главу угла. Для меня все-таки работа и друзья были важнее, чем женщины.